Жители Якутии выберут проекты благоустройства. Какие общественные места преобразятся в ближайшее время, определят сами горожане. Так, 18 марта жители Мирного, Алдана, Нерюнгри, Ленска и Якутска смогут проголосовать не только за кандидатов в президенты, но и отдать свой голос за проект благоустройства территорий. Программа «Комфортная городская среда» выходит на второй этап. О подробностях проекта рассказали сегодня на встрече с прессой главный градостроитель столицы Ирина Алексеева и замминистра ЖКХ и энергетики Наталья Чукавина. Отметить, что в этом брифинговом собрании могут принять и школьники, имеющие паспорт возраста 14 лет и старше. Все эти проекты во всех 5 городах республики размещены на сайтах, размещены в средствах массовой информации. И эти дизайн-проекты в виде стендов, не менее формата А3, должны быть размещены в местах проведения голосования. Более того, мы призываем, чтобы волонтеры, эксперты, профессионально могли прокомментировать тот или иной объект во время проведения этого голосования.